Увеличил дальность работы брелка для ворот на 15 метров. Раньше работал с 45. Эти два прошли улучшение, эти еще нет. Это антенна. Между этой и этой деталью. Между этой и этой. Припаял провод в лаковой изоляции. Взял его из трансформатора энергосберегающей лампочки. Длина провода 50 см. Аккуратно смотал его. Тут смотал по-другому. Тот, кто уже пошел делать, будет расстроен. Потому что припаять нужно только один конец. Теперь пробую. Теперь не улучшенный. А это улучшенный. Как запрограммировать брелок? Зажать эти две кнопки. После мигания, не отпуская верхнюю, нажать нижнюю 3 раза. Брелок готов к записи. Держу кнопку на основном пульте и держу на программируемом. Брелки, которые были раньше, уже бы записали сигнал, а этот не хочет. Еще раз. Мигнул и ничего. Опять ничего. Оказывается, этими металлическими деталями нужно прикоснуться. Запрограммировался. Эта кнопка еще нет. Теперь на расстоянии. Не хочет. Дотронулся. Получилось. 2 запрограммированы и 2 нет.
чтобы все сбросить, нужно зажать нижние две кнопки и подержать. Все, все настройки сброшены. Теперь нужно программировать заново. Внутри этот брелок отличается.